О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствую я, Ольга Матвеева. 4 июля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 11 градусов тепла. Днем плюс 21, переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется неизменным и составит 753 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 4 июля – Ульянов день. В этот день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. Берегите себя, а я прощаюсь. Вестник Северодвинска продолжается.